Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и сегодня меня бабушка попросила сходить в лес набрать грибов. Представляете, я ей набрал целый стак грибов, и сейчас возвращаюсь, отдам ей, я не знаю, может, она мне чай пригласит или пирожок какой-нибудь даст. Ну, короче, как всегда, бабка без подарка не оставит. Вот, ребята, а вы сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы делаете во время этого карантина. Вы вообще сейчас гуляете, лучше же, конечно, не надо, но мало ли кто-то может ходит в магазин или дома сидите. Вот я, например, вообще никуда не выхожу и сижу дома, дома сижу. Вот, ребят, надеюсь, вы тоже сидите, как я, дома, и мы скорее, очень скоро, может быть, через пару недель, а может быть, еще и быстрее, а может быть, еще и дольше, выйдем гулять. Вот, короче, ребят, пишите, чем вы занимаетесь, ну, а я как раз-таки иду к бабке. Не будем ломать дверь, не будем стучаться, просто зайдем к ней домой и, в общем-то, отдадим. Ой. Чего ты такое мне говоришь? Чего говорю, бабка? Здрасте! Здрасте! Здравствуй, мальчик! Привет, мисти, а чё ты такая большая? Так, чё тебе надо, я тебе говорю? Бабка, я вообще-то тебе принёс то, что зачем ты меня посылала. Да? Давай. Да, грибы, давай. На. Давай, грибы. Один. Один, да? Ну все, тогда давай иди, чеши отсюда. Не, бабка, я тебе целый стак принес, во. Иди уже отсюда, вот и видишь. Подожди, а где спасибо, а где подарок? Спасибо, до свидания, пока. А где чай? Давай посидим, чайку попьем, тортику считаю, поедим. Считай до трех, забираю креатив, будешь сидеть в подземелье. Да какой подземелье? Бабка, вообще-то я тебе... Один. Бабка, а... Два. Больше не обращайся за помощью, все, пока. Пока. Ребята. Наконец-то да... он ушел. В смысле, ребята, да я ей старался, я ей полдня угробил на то, чтобы эти 64 гриба найти, а она вообще неблагодарная какая-то старуха. Значится, тихо, ребят, значится она что? Значится... Ну да, иди. Что такое? Еще раз я тебя здесь увижу подслушивающим. А я не подслушивал. А я ребятам просто иди, жаловался, что ты жматяра. Иди, жматяра, я тебе пока... Давай мои грибы обратно. Все, пока... Так, считай до трех. Один. Ага, один. Чеши отсюда, вам говорю. Все, пока, блин. Ребята, мне кажется, они что-то там замышляют, потому что... Ну, бабка мне по-любому что-то... А тут она очень занята. Давайте попробуем аккуратненько проследить, может, не заметят. Тихо. Тихо. Отойдем к окошечку, тихо. Что ты такое говоришь? Ты давай мне выкладывай. Что пришла, что такая? Тихо, ребят, давайте послушаем. Ну, в общем, смотри, в окне стоит этот мальчик. Какой мальчик? Да? Тихо. Ах ты, зараза, на дереве! Быстро вон отсюда! Тихо, все, ребят. Зачем ты на крышу залез? Все, ребята, тихо. Нам надо быстрее стать невидимкой. Знаешь что, может мне его переместить в лаву? Так. Да не надо, он же вроде бы ушел. Все, ребят, выпили невидимку. Теперь можем без проблем. Подождем 30 секунд. Посмотрим, так. А то этот проныра может, знаете, я опять прийти. Это я его знаю вот вообще-то. Так, ребят, тихо. Ну я не знаю, ну я уже хочу тебе рассказать. Ладно, ладно, давай тихо. Уже рассказывай. Короче. Тихо, ребята. Чё ты приперлась? Говори. Ну ты видишь, в каком я положении. Да, она, ребята, беременная. Вижу, как и я. Мести беременная, офигеть. Так. Вот, видишь, у меня тоже вообще-то живот есть. Во, посмотри, красавка. Ужас какой, ужас. Так, так и что дальше? Ну, в общем, бабка, давай уже мириться. А? В смысле? Чего? Ну, давай, в общем, школу здесь построим. Чего? И я буду преподавать. Так, а мне от этого какая выгода? Она же уже была. Ну, я буду потом наших детей учить. Вообще-то я самая профессиональная учительница. О, ребят, вы помните, какая она злая же была. Так, и чё, я знаю, что ты вообще-то злая. Ну, я же не буду твоего-то ребенка обижать. Я потренируюсь на вот этих деревенских жителях. В смысле потренируйся? А, то есть ты говоришь... Чтобы мы построили школу, пришли здесь деревенские жители, ты их, короче, поучила, так сказать, навыки свои подбила, а потом будешь наших детей только двоих учить. Ну, конечно, бабка, что я за... над ними поэкспериментирую, так сказать, и те программы, и те программы, и для наших деток будут самые лучшие программы. А, ну слушай, ну это, вот это ты сейчас, знаешь, вот всегда думала, капец. Что ты какая-то ку-ку.
А сейчас вот я даже очень даже согласна. Так а что от меня требуется? Да ну капец. Ну надо выделить место под школу и позвать всех ребята, детей. Так оставлять в этого нельзя. Так, ну я согласна. Короче, я сейчас пойду до деревню, сообщу им, так сказать, такую прекраснейшую новость, а потом займусь строительством школы. Хорошо. Блин. Так, ты со мной пойдешь или чайку пока здесь попьешь? Я, пожалуй, останусь, у меня ноги отекают. Ладно, сиди, пойду до деревни схожу. Так, ребята, тихо, тихо, ребят, тихо. Сейчас, интересно, что и жители скажут, они же все помнят, они же все помнят, какая мести, ребята, злая была. Ну вы сами помните, била постоянно, и это, крушила нам все, она же здесь, она ненормальная, она вообще ненормальная, она ужасные бабки. О, здравствуйте, как раз у вас тут собрание. Привет, бабка, что хотела? Так, короче, что я хотела? Я хотела вам сообщить очень хорошую новость. Какую такую новость? Какую новость? В смысле хорошую? Короче, у нас теперь будет школа здесь рядышком. Блин. Где школа? У тебя дома, что ли? Не-не-не-не-не-не-не. Я построю отдельную школу, чтобы, так сказать, ваши детки учились в ней. Наконец-то, только сидеть в деревне, надоело уже вообще ездить, уже весь бензин вообще. Так жители же еще не знают. Туда и все обратно. Ой, это же отличная идея, бабка. Блин, житель, ну... ты просто капец. Подожди, а кто будет учить? О, так. Ты будешь, что ли, мести? Да нет. Чего? А что вы такое говорите? Конечно нет. Я наняла прекрасную девушку. Ребята, она обманывает. Понимаете? Прекрасную девушку, которая будет, так сказать, обучать ваших деток. Ребята, а если она мести переоденет? Бабка, ты просто лучшая. Представляете, а если она... Она мести может переодеть и все, и типа под прикрытием, никто не узнает. Завтра в 8 утра всех жду в школе. Так, ребята... Хорошо! Хорошо, бабка! Надо взять... Отлично. Средства защиты. Так. Так, первое, так сказать, задание выполнила, теперь осталось построить школу. Вот так, где же она ее строить будет? Нет, ребят, мой долг не дать ей построить. На территории строить не буду, потому что иначе, чувствую, они ходить тогда не будут. Тогда построю, может быть, прямо здесь отдельно. Так. О, шняк. Так, сейчас мы, короче, возьмем. Сейчас, бабушка, что-то сейчас тут придумал. Сейчас, бабушка, тут придумал. Нет, ребята... Надо всё, взять еще вот такой вот. Я придумала. О. Так. Что она будет делать? Так. Вот давайте вот так. Ага, подальше. Вот так, отлично. Так. Вот тут и будет начинаться, так сказать, так, наша школа. Я думал, она будет динамитом, но нет, она хочет по-другому. Сколько так деревенских детей? Деревенских детей. Это что получается? 15? Ну, вон туда. Тихо. В смысле? Тихо. А что это земля-то провалилась? Так, ёдный ребята, балет. Тихо. Как в школу я не попал. Как это вообще я не... Это сейчас что было-то, а? Я сейчас, бабушка, сейчас вообще не поняла. Тихо. Это сейчас вообще что такое было? Так, кто бабушку беременную решил это терроризировать? Ну-ка иди... Так, слышь ты! Эй! Так, а что у меня с землей-то? Подождите, это что... Ах ты ж, ёперный балет. А, ну тут значит земля у меня, что ли, заминирована, я и не помню. Так. Ну ладно, придется в другом месте все-таки построить. Ладно, поближе все-таки. Давай, бабка, ага, сейчас построим. Они будут ходить, когда папочки эти увидят. Нет, с другой стороны надо с другой. Так сказать, школа у моря. У-ху-ху, так, ну-ну. Сейчас, ребята, ага. Так. А, даже не у моря, а вот здесь вот точно. О, блин, вообще какое-то ужасное место, ребят. Вот здесь как раз что и будет. Так. Чтобы жители-то их вообще не слышали, если где-то орать будут. Вот это она придумала, а. Ой, я не могу. Ёперный балет. Чё это с неба сыпется, я не поняла. Так, ребята, ну сейчас она и сейчас. Что ж тут есть? Я спрашиваю. Последний раз, кто тут есть? Так, а может это хулиган лишил меня, так сказать? Может, он подслушал наш разговор? Опа, тихо. Интересно. А может мне ему позвонить? А, если тихо, ребята. Телефончик быстренько зазвонит. Тихо, ребята, тихо. Так. Надо под воду. Оп. Ой. Опа. Опачки. Так, где-то же рядышком. Хулиган! Бабка! А, бабка! Я тебе говорю, так ты где? Обманывать жителей было нехорошо. Ах ты, зараза сельская, значит, короче, если вы откажетесь от этой мысли,
то все останется хорошо. Я никому ничего не расскажу. Но если... Но если жители... Все, мы согласны. Все, давай, пока. Все, хорошо, все, пока. Да, да, конечно. Так, пошла-ка я к ней скажу кое-что. Так. Ах, а это вам за обман. Ага. Ах ты, зараза сельская. Ну все. Тебе хана, ладно. Так, ребята, все. Нам... Сейчас мы, так сказать, сделаем кое-что. Сейчас ребята, бабушка кое-что сделает. Что она, интересно, хочет делать? Так. Ну-ка. Ой! Ой, кто это горит? А, кто горит? Кто это тут летает? Ах ты, значит, невидимкой стал. Ад, зараза местная. Ладно. Бабка, только попробуй лететь к моему дому. Теперь жители из-за тебя все пострадают. Бабка! Ах, ты еще разрушил? Ладно. Баб... Хорошо, бабушке, значит, руки развязаны. Ага, бабушка, значит, будет делать, завязаны. Хорошо. Ребята, надо ей отомстить. Надо просто ей отомстить. А что происходит? Жители, вас бабка хотела обмануть, жители. Так. Жители, вас бабка просто обманула. Она хотела мести училкой сделать. Ребята, все, я в общем это пошел сейчас объяснять все жителям, а вы обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки, всем пока-пока. Все, ребята, я ныкаюсь. Оп!